моей сестричке. Такой срать. Папочка. Моя сестричка. Так, тут еще у нас есть мои малые. Подружка моя. Мама. Даже в порядке у себя в этой. Такой срач, сколько всего. Мои дипломы, сертификаты, рисунки. И рабочие тетрадки. Да, сколько всего. Я маленькая сестра. Сейчас в порядке буду наводить. Вот, кстати, я в школьную году. Идентификационный код. Классно. Нашел сертификаты, нашел кучу подарочных этих. Нашел все свои тетрадки с учебы, все свои рисунки. Все нашел. Кроме сертификата. Ой, идентификационного кода. Пиздец. Могу подорваться. Сделать срать. Включить М1. Взять орешки. Залипнуть в инстаграме. Да, блядь. Это пиздец. Лень страшная штука. Все планы отменила, нахуй. Лежу, блядь, на диване с вами. Просто. Уровень бог. Это мы снимали... Ладно, молчу, что сейчас будет песня. Это мы снимали под ее новую песню. Закима. Вспоминаю, как мы на Сейшелах тоже там висели. Короче, да, приезжал Карманов, это главный чувак, ну, который держит этот остров, который яхта, вот эта вилла, там, где они, где мы клип Сорока снимали. И она была с этой подружкой, с Кармановым она была. И сейчас, видите, всех участников тут убрали, и она там мама, подружка, она. И, наверное, этот клип там Сорока снял. Тогда еще Сорока не были в паре, в тот день ехали в отель Бескай. Сейчас я лежу как дебил в депресснике. Думаю, как заставить себя поубирать. Пока там Даша насышила. Бля, это я почему же? Любовь. Ну, да. Магазин. АТБ. ЕБ. АТБ. Все, купила себе картошечки. Кусочком. Потом любила свою пиццу. Все, иду домой. Фу, так хорошо. Думаю, буду фильм смотреть. Жарить картошечку, просто наслаждаться жизнью, спокойствием всяких людей злых рядом со мной. Любимая мама, спасибо вам за поддержку, спасибо за то, что вы мне пишете хорошие слова, спасибо за то, что вы меня поддерживаете, спасибо за то, что некоторые даже начали писать по поводу жилья в Москве. Вообще хотела сказать вам большое спасибо, потому что действительно вы мне помогли много с чем справиться. Я вас очень всех люблю. Машиночка. По поводу танцев, то, что я писала как червей, у меня образование хореограф классичного танца. Не оконченное, правда, потому что из-за спины, потому что я гимнастка, бывшая акробатка, из-за спины мне пришлось забрать документы с института, и так моя мечта балет не сбылась. Я хотела найти в Москве работу в плане балета танцевального, как я работала на протяжении лет, и я с детства танцую на потанцовках у разных людей. Так, и по поводу второго образования, это стилист и дизайнер. И третье образование, я хочу поступать на ветеринара и, в принципе, становиться врачом, чтобы в 26 уже открыть свою маленькую клинику в гостях у Леночки. Так что вот так, по поводу образования у меня такие планы, чтобы вы там не писали, что я стриптиз танцую. Стриптиз я не танцую, просто у меня хорошая пластика, я умею хорошо. Устал, картофанчик, пришлось возвращаться. Пока у нас в Киеве могут бежать, когда 11 часов, потому что бухлишко уже не продают, и прям все так летят на кассу, на эту пропустите. О, это вообще капец. Боже, вы видели эти эфиры? Это ужас какой-то. Там где-то подруга Гуфа разделась наголо. Я не знаю, что это с ней. И как такое. Не, она, конечно, молодец. Для проекта то, что надо. Для хайпа, для проекта, для всего. Ну, что Лера просто сказала по поводу ее. И по поводу того, что она, возможно, больная. Это, конечно, не сильно хорошо, потому что действительно, если девочка больная, такой болячка.
то я считаю, что ей не нужно находиться на проекте. И вообще она плохой пример подает для 60 миллионов, которые смотрят этот проект.